Вот это чудо инженерной китайской мысли. Я купил, не помню, то ли зимой, то ли весной в Бао-центре за что-то около 4000 рублей. Дорого купил. Ну, суть не в этом. Штука удобная, с одной стороны. Здесь опрыскиватель длинный, как бы качает, прыскает хорошо, все замечательно. Здесь у нас входящий фильтр есть, чтобы мусор сюда не попадал. Сеточка такая небольшая, там внутри стоит еще один фильтр. То есть, в общем и целом, штука очень даже хорошая. В принципе, мне нравится. Быстро, сильно помогает при опрыскивании сада, быстро обрабатывает большие площади. Вот, поскольку все обработки основные были весной, все лето эта штука у меня простояла без дела. Сейчас взял, а оно не работает. Сначала подумал, что сдох мотор. Разобрал мотор. Полностью перебрал, почистил. Вот так повернусь. Полностью перебрал, почистил. Собрал обратно. Мотор, в принципе, рабочий. Значит, я решил, что сдох аккумулятор, поскольку мотор не запускается. Значит, проверил отдельно моторчик на аккумуляторе от автомобиля, все работает, все замечательно. А вот здесь, на этом, на родном аккумуляторе, почему-то не работает. Тырк-тырк, но не заводится. Значит, я решил, что сдох аккумулятор, пошел в магазин, купил аккумулятор. Вчера буквально поставил новый аккумулятор, включаю, а оно все равно не работает. Выяснилось, та штука, на которую я меньше всего бы подумал. Значит, вот здесь вот у нас был узел регулировки, такая штучка, крутилка, щелчком включил и как бы добавил кучу оборотов, сильнее, слабее. Вот эта штука вышла из строя, в итоге пришлось ее выкинуть, поставить обычный тумблер за 87 рублей. Ну, теперь работает как часы. Ну и теперь у меня есть еще запасной аккумулятор к нему. Вот, сейчас буду опрыскивать деревья. Вон они беленькие стоят, еще не до конца все сделал. Сейчас залью бордовскую смесь и буду обрабатывать.